Ледовая обстановка на улицах города немногим безопаснее обстановки на озерах. Только за последнюю неделю спасатели Северо-Западной региональной поисково-спасательной службы спасли 36 человек, в том числе сняли со льда двух петрозаводских рыбаков. После чего спасательная служба отправилась искать новое пристанище. До октября 1994-го спасатели жили в домике у Детского мира. Затем переехали в военное общежитие в начале Комсомольского проспекта. В конце года владелец общежития поменялся, и договор аренды неожиданно оказался юридически неправомочным. Едва обжившимся спасателям, а их, кстати, на всю Карелию 25 человек, вновь предложили очистить помещение и переехать. В этот раз, видимо, на улицу. Общими усилиями мы должны эту важную проблему решить. От этого выиграют все, и военные, и гражданские, а самое главное, каждый конкретный человек нашей республики.